Всем привет! С вами Санта-Клиза. И сегодня мы наконец-то выбрались в Иерусалим в аквариум. Он новый, его построили всего лишь в прошлом году. Поэтому мы вам все покажем, и вы ничего не пропустите. Мне уже здесь нравится. Такой конек, который сделан как будто из камешков, стеклышек. Ну что же, как всегда, подробно поделюсь с вами нашими впечатлениями. Океанариум в Иерусалиме открылся примерно год назад. Находится он прямо рядом с близким зоопарком. То есть, приехав на парковку зоопарка, продолжайте двигаться по ней прямо. И не сворачивая, приезжайте прямо к входу океанариума. В описании оставлю все важные ссылки, в том числе ссылку на Waze. Билеты можно приобрести только на их официальном сайте. Опять же, ссылка в описании. Вход только в определенные часы. То есть вы покупаете экскурсию. Как мы поняли, нельзя приобрести билеты прямо на месте. Но это и к лучшему. Так они могут контролировать количество посетителей. Соответственно, вам не придется рассматривать все красоты в толпе народа. Очень хорошо продумано. Итак, на сайте в разделе «Покупка билетов» выбирайте нужный вам день и время. И тогда сможете увидеть количество оставшихся билетов. Стоят они для всех. В том числе для детей от 3 лет по 45 шекелей. Возле входа красивая ухоженная территория. Внутри тоже очень приятно находиться. Все новое, чистое. Залы разделены по тематике. В каждом зале есть гиды, которые проводят вам экскурсию и рассказывают интересные вещи. Есть возможность послушать на русском языке. В аквариумах есть представители флоры и фауны Средиземного моря, Красного и даже Кеннерета. Также рассказывают и о Мертвом море. Всего есть 33 аквариума. Нам объяснили, что так как океанариум только открылся, его постоянно пополняют новыми обитателями. Thank you.
Получили массу впечатлений от увиденного. И, конечно же, советуем всем посетить это место. Длительность экскурсии у нас заняла примерно 1,5 часа. Если у вас возникают еще какие-то дополнительные вопросы, пишите мне их в комментариях. Я с удовольствием отвечу на все, что смогу. На этом, друзья, я с вами прощаюсь. Надеюсь, вам понравилось мое видео. От вас я жду лайки, конечно же, подписку на мой канал и жмите на колокольчик. Так вы не пропустите ни одного моего ролика. Всем пока, я вас люблю.